добрый день. Мы с вами находимся, видите, гостиница Гранд Мир. Бывшая гостиница Россия. Перед нами. В Ташкенте немножко пасмурно. Видите, прохладненько чуть-чуть. Очень такая приятная погода после жары. Чуть-чуть мы отдыхаем. Так, возле гостиницы Гранд Мир такие зонтики, кафешки. Так, сейчас мы идем в сторону дороги. Круг. Ну и дальше едем по Шатару Ставели. Такие высотные новостройки по всему Ташкенту. Если раньше закрывали дома зеленые деревья, то сейчас уже эти новостройки ничем не перекрыть. И, конечно, это хорошо с одной стороны, что много новых домов строится, но с другой стороны, они, знаете, нам перекрывают весь вид города. Раньше с Ташкента можно было увидеть горы. Прям были видны верхушки гор, и прям они там, снег выпал или что. Но сейчас уже все это перекрыто почти, и невозможно увидеть. Вот это и есть наш круг, гостиница «Россия», вернее сейчас «Гранд Мир». Вот она сама гостиница. Это наш круг. Вот круглый рекламный, там такой телевизор. Рекламный щит. Сейчас мы с вами повернем на улицу Мирабадская. Эта улица стала, знаете, вот здесь вот сейчас с правой стороны новостройки. Кто раньше помнит, здесь был Жорный ряд или Пьяная улица называли это место. На месте вот этих новых высоток были кафешки, ресторанчики, здесь всякие, я не знаю, забегаловки, магазинчики. А сейчас, видите, вот такие красивые, очень дорогие квартиры. Перекресток с улицей Нуховская.